Так, мне нужно сейчас очень сосредоточиться, чтобы правильно переселить муравьишек в их новую ферму. Ага, Софи. Что? Ты можешь секундочку не попищать? Пожалуйста. Ладно. Так, это очень кропотливая работа. Софи! А? Что? Я прошу тебя, не попищи хотя бы секундочку, ладно? Ладно, хорошо. Так, ребятки, начнем. Софи! А, да, извини. А, прости, пожалуйста, я забыла. Хотя бы одну минуту. Ага. Так. Так, все, Софи, прости, но давай ты возьмешь какую-нибудь другую игрушку. Вот, на, возьми вот эту вот курицу. Ага, ну, ладно, хорошо. Можно утку? Хорошо, на, возьми вот эту утку. Все, дайте мне одну минуту. Фу, утка, какая она скучная, она не пищит совсем. О, кажется, я нашла свою курицу. Моя любимая курочка. Ой, уронила. Иди сюда ко мне, моя курочка. Софи, почему так трудно выполнить мою просьбу? И не пищать хотя бы одну секунду, Софи. Ань, я просто не могу устоять. Прием. А, да, что? Софи, мне нужна минутка тишины, я переселяю муравьев. А, ладно, хорошо, так бы сразу и сказала. Каждый песик такой, два, гав. Привет, ты на канале Magic Pets. И это каждый песик такой, два. Потому что вы собрали очень много лайков на предыдущем видео, поэтому ставь лайк, если хочешь еще каждый такой. Каждый котик, каждый песик, каждый хомяк, в общем, кто-то каждый. Голосуй в вопросе и пиши комментарии. Видишь, они магическим образом появляются в видео. Чем больше лайков и комментов, тем круче ролики. И не забудь сходить на наш главный канал Magic Family. Там вышло видео «Было, не было» про нас. А точнее, нелепые ситуации. Аня рассказала о нас всю правду и ответила на очень много вопросов. Потом сходи и посмотри. И на Анин канал Any Magic не забудь заглянуть. Там мистический анализ. Анализ чего? Скринов. Что такое скрины? Короче, там анализ тех странностей, что с ней происходили в заброшенной усадьбе. Аня сожгла дневник. Короче, потом сходишь и посмотришь. Ссылки на два новых ролика будут в описании к этому видео. А мы, пожалуй, продолжим. Каждый песик такой. Два. Так, вы хотите все время, чтобы я вам что-нибудь кидала? Я буду кидать вам газету. Принесите мне газету. Давайте несите сюда. Я перви. Нет, я перви. Стоп, это не газета. Это мячик и игрушка. Принесите мне газету. Держи, да я дам. Отстань, мячу. Это не газета. Принесите газету. Аня сказала, принесите. Так, сейчас я принесу. Нань. Юмичу, это не газета, это игрушка лисы. Да какая разница-то? Я хочу, чтобы вы принесли мне именно газету. Давай, Софи, принеси. Уже несу. Дай, я дам. Отстань, Юмичу, ну дай. Это не газета. Вы что, издеваетесь надо мной? Ань, да правда, какая разница? Просто кинь и все. Принеси газету. Чем тебе не нравится вот эта вот игрушка? Это не газета, это огромный бобер, Юмичу. Давайте, принесите мне газету. Что такое газета? Вон, там лежит газета. Это газета. Газета, поняли? Ну да, уже даже я бы принесла. Вперед, несите. Бежим. Так, давайте. Я несу. По-моему, это не газета. Кисалис, ты вообще ничего не знаешь. Вот именно, не лезь. Несу. А давай, я сама знаю. Не учи меня, тетя Софи. Это не газета. Да что ж ты заладила? Газета. Вон, там лежит газета. Принесите ее. Ой, все. А? Что в этом сложного? Я говорю, принеси газету, и ты приносишь газету. Как будто это важно. Это важно. Я же прошу принести именно газету. Давай, Софи, запоминай. Газета. Это газета. Это газета, да. Миш, ты где была? Да, газета. Так, мне нужно выложить фотку в Инстаграм. Аня, давай поиграем, а? Ты мне что-нибудь кинешь, а я принесу. Давай, принеси, Софи, мне мяч. Скорей. Так, а я пока фотку в Инстаграм выложу. Давай я передам. Держи, Аня, мы все принесли, что ты сказала. Что это? Газета. А где мяч? Какой мяч? Который я кинула Софии. Ань, тебя не поймешь. Ты орешь, принеси газету. Ну принеси тебе газету, теперь тебе нужен мяч. Вы издеваетесь? Сама не знаешь, что хочешь. Каждый песик такой, два, гав. Киса Алиса, прости, но ты сидишь на посылке. А я хочу ее открыть и посмотреть, что внутри. Алиса. Так, дайте я посмотрю, что тут такое. Кажется, тут очень много всего. Да, и пахнет тут вкусно. Интересно, что там. Давайте уже позырим. Давайте я посмотрю, а. Так, тут много пакетов. Пожалуй, мне нужны ножницы. Так, вот они. Киса Лис, ты тут смотри аккуратнее с нашими мурашами. Не натвори тут чего. Я ножницы, что это? Все нормально, Ань, уже не надо. Да, я вижу, что все нормально. Не переживай, все самое важное мы уже достали. Да, а остальные подарки, в принципе, можешь себе забрать. Да? Правда? Спасибо большое за ваше разрешение. Кто открыл муравьев? Киса Алиса. Удобная коробочка. Каждый песик такой, два, гав. Юмичу, бросай давай свою крысу, давай заниматься. Вкусняшки с собой? Да. Ну что? Дай лапу. На, вкусняшка. Какая же ты, Юмичу, только за вкусняшку все. На. А ты как хотела. Дай лапу.
Где вкусняшка? Вкусняшка есть? Есть, Юмичу. Покажи. Вот она. Не вижу. Она у меня в другой руке. Вот, вот, вот она. Давай, давай лапу. Ты не показал, не видно было. Так вот она. Хорошо. Дай лапу. На, дай вкусняшку. Да на, дай лапу. Вкусняшка? Да здесь она, успокойся. Давай. Сделай так, чтобы я ее видела. Вот, вот она, у меня в другой руке. Давай уже лапу, покемон. На, ну, вкусняшка-то где? Че, обманула? Обманула. Не буду больше с тобой заниматься. Каждый песик такой, два, гав. Ань, твоя эта штука звенела уже 10 раз. Это значит, что пора просыпаться. Поднимайся, нам пора гулять. Ань. Нам пора завтракать. А еще у нас сегодня очень много планов. Пора вставать. Ань. Я хочу еще поспать. В другой раз поспишь? Ну давай. Ну хватит уже валяться. Ну что она? Ну давай еще ей минут 15 дадим. Ань, 15 минут прошло. Пора вставать. Поднимайся. Давай, а то мы пойдем подарки тебе готовить. А чтобы мы этого не сделали, нам надо пойти гулять. Поняла шутку про подарки? Поняла, про какие подарки я говорю? Которые невкусно пахнут. Ну а то я залезу к тебе под одеяло и буду щекотать. А что тут нечем дышать? А что тут очень тесно? Кажется, я сейчас... Ну, Ань, ну, вставай. Ну тогда дай я тоже это с тобой тут посплю немножко. Эй, вы чего, так нечестно. Тогда я тоже пойду спать. Ань, я там, кажется, покакал. А что вы тут делаете? Ладно. Встаю! Доброе утро! А где это, киска Алиска? Каждый песик такой, два, гав! Может, хватит трясти тут шерсть, ходить своими лапами и сидеть своими попами на нашем же мерче? Сейчас пройду, ой, упс, ладно, хорошо, не извини. Софи, ты последняя. Что значит последняя? Сидишь попой на футболке. А, ладно, извините. Ты вообще-то продолжаешь сидеть попой на лице Юмичу. Да? Как это? Ну, на футболке. Ладно, проехали. Каждый песик такой, два, гав! Ставь лайк, если хочешь продолжение. И иди смотри новые ролики на других наших каналах. Ссылки будут вот там. Вот там. Вот там. Вот там. Эй, вы прощаться-то будете? А, да, пока. Пока. Пока.